Итак, всем привет, с азиатским Новым Годом, с вами правильным Новым Годом. И сегодня мы будем готовить самый вкусный десерт, а он будет сыреческим. Это кешью, финики, кокосовая мука и веганское молоко. Все просто смешиваем в блендере пару секунд, и вот оно уже готово. И на вкус, как творог. Кто ел творог когда-то, может помнить этот вкус. Это вяленая клюква, можем добавлять ее еще сильнее и будет еще вкуснее. Просто неподражаемо, вы такое никогда нигде не пробовали. От этого не тяжело, наоборот, больше энергии, больше энтузиазма, легко усваивается и больше веселья. Теперь мы будем готовить кашу. Кашу начнем с пророщенной зеленой гречки. Просто заливаем в блендере, опять же тем же самым не молоко, семена конопли, правильного сиропа без сахара, топинамбура, это как мед, только без пчел. Перемешиваем в блендере и опа, каша готова. И она сырая, и она полностью, вот как раз не все элементы живы. Вы можете съесть ее и вы сразу станете как бог, может добавить орех, больше орехов. Еще и поставьте в холодильник. Теперь борщ, да, борщ сыроедческий, свекла, немножко морковки, вот этот лук. Вечер будет интересный, потом сельдерей. Укроп и узбекский лимон. Он не такая кислятина, который желтый лимон. Он почти как апельсин. И больше никогда никто не будет пробовать обычный лимон, если попробует узбекский лимон. Перемешиваем в блендере. Немножко нужно протолкнуть. Но я люблю погуще, чтобы меньше было воды. Перемешиваем в блендере. Все, борщ готов. Теперь попробуем. Какой же этот борщ на вкус. Можете добавить еще пророщенные какие-нибудь плоды, например, пророщенную чечевицу. А как с виду, а? Как смотрится? И на вкус. А, да, ну, без соли может быть непривычно, но тот, кто давно соль не ел, у него от сельдерея, если добавить туда правильных помидоров, будет уже как нормальная, соленая. Приступим к каше. Каша, она... Ну, вы если не ели такую кашу, ну как я могу передать вам этот вкус? И перейдем к самому главному, этому десерту. Впрочем, кроме него можно было и ничего не готовить. И это тот самый десерт, который ты можешь есть всю жизнь. Ты будешь только при идеальной форме физической находиться. И она только продлит твою жизнь, энергию. И все будет просто на максимально возвышенном уровне. Precious.